Всех приветствую на канале Ярославский огород. 21 июля на дворе, и сегодня посмотрим за ростом огурцов сорта Герман. Герман прекрасно показал себя в борьбе за урожай в условиях сырости и холода июля 2019. В июле 2020 пока только сырость, но обещают и холод. Посажен Герман 6 июня семечками в грунт второй партии. Первая партия была посажена в середине мая и не взошла. В настоящее время германы проходят лечение от корневой гнили. Заболевание пока не очень заметно, но оно есть. Если интересно узнать, как лечится подобная гадость, ставим 100 лайков и выйдет отдельный ролик, посвященный этой проблеме. В целом состояние огурцов сорта Герман неплохое, цветут. Жду хороший урожай. Всем спасибо за просмотр. Новые видео каждый вторник и пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!